В этом году городское управление культуры и туризма администрации города решили добавить традиционное гуляние еще больше волшебства. Новогодняя сказка на площадках города начнется 21 декабря с открытия катка на Пушкинском бульваре в 18:00. Снежная магия развернется в городе Владимире на период рождественской ярмарки. На Соборной площади магия дня и ночи. Это будет представлено не только, так скажем, словесно и описательно, но это обязательно будет еще и воплощено в арт-объектах, в аттракционных оформлениях, обязательно в торговле и сувенирами, и снедью. Больше 40 домиков в шале, 20 мест для продажи продукции ручной работы от владимирских мастеров. Нововведения не обошли и аттракционы. Лебедей на Соборке заменят на волшебный ветерок. А за надписью «Я люблю Владимир» появится карусель, в которой можно будет прицепить свою ватрушку и крутиться по кругу. А все любители собак смогут покататься на упряжке с маламутами и хаски в Липках и в загородном парке. На торжественном открытии рождественской ярмарки также подведут итоги конкурса «Поздравления Деду Морозу», который проходил 18 ноября на его дне рождения. У нас 18 семей победителей, и 22 числа с 14 часов начинаем. Мы будем ждать в гости нашего Дедушку Мороза на волшебных санях с сюрпризами, я так надеюсь, который приедет лично наградить всех победителей, поздравить всех жителей и гостей города Владимир с рождественской ярмаркой и торжественно открыть наши новогодние мероприятия. Кроме большой ярмарки на Соборной, будут еще мини-ярмарки на площади Победы и развлекательного комплекса в Добром. Новогоднюю ночь народные гуляния развернутся во всех парках города. На Соборке праздник начнется 31 декабря в 23:00. На большом экране покажут поздравления президента. После гуляний народ без проблем сможет разъехаться по домам. Мэрия обещает дополнительные автобусы. Маршруты построят до всех спальных районов. Те же, кто на улицу не пойдет, все равно смогут увидеть, что творится на площади. Прямая трансляция будет вестись на сайте городской администрации. Там же можно ознакомиться с подробной афишей. Юлия Кузнецова, Игорь Липский, Дмитрий Журавлев, 6 канал.